Меня уже чел освободил, меня админ пришел освобождать. А, понятно. Ну пиздец. Меня за что? Спрашивает, блядь. Как можно было настолько криво сделать? Слышь, ты взламывал. Стоять, блядь. Стоять, сука. Стоять, блядь. О, слышь ты. Ты в розыске, блядь. Стой, нахуй. Здорово. Я что говорил? РП будни. Чё было? Хипни, просто дымахнулись. Ты не подчинялся полиции, ты оскорбил ее, а потом убегал. Я был вынужден стрелять по тебе, я отсчитал время, которое ты должен был затратить на свою остановку. Сука, он расскажет тебе немножко такое же, но немножко другое. Админ есть как бы. Блять, ворона ебаная летает нахуй. Уж не помню. Блять, не помнишь. Ну и короче, так, наручник. Ага. Сказал, типа, чтобы я тебя арестовал? Потом ты уверен? Опять... Ты уверен, то, что я тебя арестовал? Ну, типа, наручники просто атаковал. Ты меня. Убегал. Потом меня. Я начал стрелять. Я предупреждал. А что ты меня навел, я убегал, во-первых. Ты убегал. Ты убежал от меня. Я сказал. Да, что ты сказал? Я жаловался на тебя мэру. Ага. На тебя, то что ты просто оскорбляешь, я оскорбляю, что ты сутника поедешь. Ну, начнем с того, то, что я этого не слышал, видимо, ты говорил это очень тихо, либо про себя. Во-первых, во-вторых, о, тебя заджарили. Во-вторых, значит, я тебя поставил лицом к стене, а ты вместо этого побежал от меня. Типа, жаловаться мэру. Я не побежал, да. А, ты не побежал, ты только... А, меня заджарили. Пошли шахматы играть, чё? Бля, давай, кличка хомяка Гитлер. А, это шашки. Эти шашки. И как в них играть? О, блядь, на включить 2D. Чего? А, в смысле? А как? Как ходить? Выключить. Так, ну белые первые ходят, наверное. О, ебать, там нужно на стул нажать. Белые? Да. Ну как шахмат. Как ходить? А, ну ходи. А я не могу. Оффердрафт. Да как, блядь, to move, waiting? А, ну ты нажми на эту или перемести. Как, блядь, в шашки играть? Это я просто наблюдаю, стоп. А, во! Я зашел. Ставка, один. Так. Играем для этого. Ставка. Ноль. Что? Has challenged. Ты, блядь, 1400 поставил. Давай, ходи. Погоди, а кто ходит? Я не могу сходить. Я хожу. Уайт, давай, ходи. Бля, надеюсь, не сосуйте. Да похуй, я тебе отдамся. Я не помню, как в шашки играть, прикинь. Блять, так Блэк ходит, какого хуя? Чё, блять, за забаганная хуйня? Ага. Опа. Я играю по тактике. Опа. Хуёвая у тебя тактика, нужно занимать уголки. Вроде как. Я хуй знает. Так. Смотри, как это делается. Ваш ход. А как, блядь, это ходить? Значит, уголки, значит, занимать надо. Как ходить? Нажми и ходи, может, за тебя надо ходить. Бля, ща, нахуй. А, я же обязан бить, нахуй. И чё это, блядь, такое? Я ж должен был тебя второй раз побить. Чё это за говно, блядь? А чё не ходит? Я не знаю. А, ты меня обязан бить вот этой шашкой. Шашки же я не обязан бить. Ты меня типа бьёшь вот эту чёрную хуйню. Я тебе две пешки... Ой, шашки должен был сбить. Тебя хуй, короче, сбилось, блядь. Ты меня вот этой передней должен сбить. Они же обязаны сбивать. Шашки, хуяшки, блядь. Вот это геймплей, блядь. Что это такое? В смысле? В смысле? Она как пишет. Я... А можно на один ходить? Или только на один ходить? Только на один можно ходить. Я не знал. Я уголки снимаю. Бля, хуёвый из тебя угол. Да как? А, блядь, я ж бить тебя должен. О, блядь, нет, вот туда не надо ходить. Чуть тебе не проебался, кстати.
Игра не на жизнь, блять, а на смерть. Да я 1400 поставил, конечно. Сука, как ходить? Как ходить? А чё? А, я бить должен. На, блять. Сука. Что за говно? О, вот так. Мы ты понимаешь, мы интеллектуально развиваем. Да-да-да, блядь, специально на НРПшем, чтобы в шашки, блядь, поиграть. Ах ты, сука! Ой! А так в смысле, я ж тебе пизды вообще должен дать, как бы через две шашки, типа вот так вот, блядь, сходить, а потом вот так вот, нахуй. Пизда. Чё за хуйня? Чё это, блядь, за урезанные шашки? Black Jump, а, вот. А теперь готово. Чего, блядь? Ты чё охуел, как два раза ходил? Как ходить? А, бля. Да в смысле, я должен был вторую тебе пиздануть? Что за говно? Сука. Ёбаный, блядь, шах и мат, нахуй. Так. Стоп, мне кажется, у меня меньше осталось. Нихуя. Тебе не кажется, братан. Black Jump, блядь. Увольнение, ебланы на НРПшник фриаре. Я уже понял примерно, как надо играть. Игорь Петрович. Так. Голосуем за Игоря Петровича. Окей. Только кто-то тоже пробежал за тебя. Так, давай играй. А, так ты ходишь, блять. Каким образом? А чё я, кого я могу убить? Никого пока что. А чё мне делать? Ходить, бля, я не знаю. Не могу. А, все. Угу, блядь. А если так? Не, ну ты у тебя дамки будут. Пизда. Мне пизда, походу, сейчас будет. Я не знаю, что такое дамки. Это когда шашка. Шашка, когда перевертывается, она может по диагонали ходить всегда. И бить дохуя, короче, пешек, хуешек этих, блядь. Ну, пока так скажу. Вот теперь ты этот, блядь, дамка, нахуй. И чё я могу делать, дамка? Ты можешь на диагональ ходить, на всю диагональ, блядь. В смысле? Не могу. А хули? И чё это, блядь, так? В смысле? Я теперь могу назад пойти. Чё такое offer draft? А, это типа... А, натуре открылась возможность такая. Чего, блядь? Че это за шашки на новый лад? Там такого точно не было. А может... ты не умничай. Че, сука, идешь, блядь, ко мне нахуй. И хули мне делать? Сосать хуй. Постараюсь. Так. А вот сейчас не понял. А ты меня уебешь. Да, ты меня уебешь, я никак не... Почему ты на одну-то ходишь клетку? Чё за хуйня, блядь? А на две нельзя? Сука. А нахуй я сюда-то встал, блядь? Интеллектуалы собрались, блядь. Культурно развиваемся, играем. А ты мою дамку въебал. А чё? Дайте сходить. А, все. Ходи другой хуйней какой-то. Тогда. Так. А назад не лез. Окей. О, блядь. Я тоже теперь дамка, блядь. О! Тебе пизда. Блядь. В смысле, на нахуй! На нахуй! У меня не было такой возможности. А, здесь типа в дамке ты можешь задом бить, как. Чего, блядь? Все, как мне это. А, ты пидор, я почти выиграл! Ой, я получил! А чё это я получил? Хэс... Хэсайнанда... 1385 Хэс... Шуридан... То Мишель Вермишель. Во-первых, перевести можно было уже. Во-вторых... То есть ты сдался? И чё значит этот 14... Это типа сколько у меня IQ, блять, или что? Бля, доигрывай партию. В смысле? Бля, да ты пидор! Нахуй, выход, бля. Блять, какой выход? Давай ставь. Блять. Сука,
Я ставлю все свое IQ. 42 тысячи. А ты, блядь, ладно. А как? Ставка. Чё делать-то нужно, блядь? Допустим, выйти. Сёс, ты куда ты выходишь? Я не знаю, у меня асепт не прожимается. А, это деньги. Нет, это все количество моих денег. Да. Я не хочу так. А как один поставить? Я не могу. Напиши в единичку. Я не могу ставку поставить. Что один. За говно? О, а... я могу ходить. О, я сходил. Смысле? А чё чёрные-то ходят, блядь? РП. Будни. Бля. Я случайно сходил, я не хотел. Вокчер. Продам танк. Сука, научился, блядь, играть, теперь хуй знает, блядь, мне что делать. Так, я понял. Чё, дамка может пойти? Давай, топ. А, я хожу. Да не, ходи, там подставляться надо, в конце концов, тебе придется подставляться, и ты будешь. Либо я буду подставляться. Я играл в эту игру, я в нее играл, когда не было интернета. Ну, тебе пизда, кстати. Блять, а в смысле, я думаю, я ёбну. Ой, пошел нахуй. Я не знаю, что делать даже. Ой, да ты пидор! А чё деньги-то не пропадают? Да я вообще не ебу, блядь. Стоп, а тут есть этот шахмат? А ну нахуй тебя, блядь. Геймеры ебучие. Хотя бы играть. О, шахматы есть, пошли в шахматы, ебать. Да не, я в шахматы уже 100 лет не играл. Пошли, я тоже не играл давно. И в шашки я ещё меньше играл. Ставка, блядь, один. Один. Да, так. А. Ну тут хоть по канону. Поебать. Так, нужно тактики посмотреть. Е2, Е4, нахуй. У меня дублировалась хуйня. Это так и должно быть? Так, погоди. Сейчас мы башни будем. Башни, блядь. Я помню, раньше тактики даже знал. Нихуя, это вроде... Это тактика пошла. Блять, как эту тактику твою, блять, устранить, нахуй? Это тактика, братан. О, нахуй, тактика тебе, блядь. Это тактика, братан, это тактика. Так, блядь, и что дальше делать? Я не помню. Вот это тактика. А, блядь, ты пешку сейчас мою сожрёшь. Сука, я защиту на неё не поставил. Чем я нахуй на пешку? Сука. Блядь, как тебя ёбнуть-то? Да, блядь, Севак, что? Ёбаная тактика. Слушай, это не шах случай. Короче, я вспомнил то, что тактика победила, пошла. Так, ну я, конечно, сейчас попробую вырулить. Ща, блин, назад отойдешь просто такой, типа, тактика, ебать. А, назад же можно двигаться. Да нет, ты уж шаг делай, блядь. Вперед просто иди до упора, нахуй. А смысл мне? Мне коня отдашь, блядь. Я тебе в рот могу отдать. Рот, сука. Я просто интеллектуал, играю в шахматы каждый день, блядь. Просыпаюсь, нахуй. Такой, типа, упиваю, нахуй, это сейчас, кстати. Блядь, я чё, вышел, что ли? А, я... Ебать, я так испугался. Бля, можно на альт смотреть, типа, на своего, блядь, этого. А, я хожу. А, отошел назад. Так, как ходить? Так. Тактика. Галактика, ебать. Так. Опа. Бля, я долбоёб, это не та тактика, сука. Ага. Я еблан немножко, я не ту тактику использую. Так, думай, голова, что же ты можешь сделать. Несколько минут. Мы, блядь, шашки играли, у нас даже только одна минута прошла на почти всю партию. Здесь ты уже, блядь, 3 минуты просидел. Да я не знаю, что делать просто. Что мне делать? Так. Выступаем. Сука, вступаем к Валерии. Кавалера. Ах ты, сука. Пизда твоей пешки тогда. Бля, главное, что... С такими, блядь, хуесосами. Хуесосами? Да. Сам ты хуесосами.
блядь, пидор, не трогай только вот эту пешку, блядь, которая перед фердем стоит, не пизда. Это какая-то замануха. Я не буду на это идти. Так, что делать мне? У меня есть конь. Можешь им нахуй пойти и выбрать другую фигуру. А я ему так нихуй не сделаю. Так, блядь. На нахуй. А нахуй. Сука, я такой дебил. Такой дебил. Да. А, тебе пизда твоему коню тоже. Размен, как в CSGO. Пошел нахуй. Сука. Ой. Бля, что-то я соснул. Я засмотрелся, задумался о продвижении своего канала в топ. Так, если сюда, то я отсосу, блядь. Блядь, как бы мне отсосу? Попробуй. А нужно же королеву закрыть или кого? Или короля? Короля. Он типа самый пиздатый. Чё за голубь, блядь? Сука, справа подлетел. Интеллектуальная партия, очень интеллектуальная. Так, а король это который... С кем? С этой на башке крестом. А королева за него может драться. Королева так. Вообще пиздец бурная, да. А если я, допустим, схожу. Ладно. Не буду пока ничего. Как я это сделал? Это миска. О, минус ход. Сука, а чё мне тут делать, бля? В принципе, я ничего плохого не сделал, но. Осадок остался. Бля. Блин, может сейчас как-нибудь сыграть размены, закрыть шахмат. Наступаю к кавалерии, нахуй. Вам мат. Какой нахуй мат, блядь. Ой, блядь, ну вам шах, короче, пиздец. Шах, блядь, шоу нахуй называется. Ага. Бля, я не хочу разменять эту хуйню. Разменивай. Да, блядь. Поэтому я... Я ФПР. Вот так вот сделаю, блядь. Шах вам нахуй. Бля, здесь конь под... Сука. Не-не-не. А в смысле? Ах ты, сука, ты, блядь, мне шах сам сделал, пидрила ебаный. Если я убью... Я ферзя не могу убрать, ты мне шах так сделал. Сука. А не, хуй тебе. Я вот так вот стану, ты не, по... ты не долбоёб, ты не пойдешь разменивать. Поспорим? Мэр, два хомяка. Чего, блядь? Ну, конечно, атмосфера не та. Сейчас бы реально симулятор. Да, такие, бля, сидим такие слухи. Бля, как же охуенно. Так. Пизда твоему коню. Ты так уверен, блядь, в этом? Да, я так уверен. Ну да, ему будет пизда. Блядь. Пошел нахуй. Ферзь ебучий, сука. Промастер 777 достиг 46 уровня. Пизда твоему ферзю, кстати. Ой, блядь. У меня все под контролем, я думаю. Блядь. Ща, бля, нахуй, лакировка сейчас будет. А тут возможно такая хуйня? О, возможно, в смысле. Здесь возможно все хуй пососать, иди нахуй. Своими тактиками. Мистер, вам не кажется, что вам пизда? Мне кажется, что я тебя сейчас разъебу. А, блин. Ёб твою мать. Что делать, ёб твою мать? Да нет тут, блять, правил. Но нарпаган, дура. Так. А если я сделаю вот так вот? Это... Вам шах. Это тактики... Вам шах, блядь. Блядь, ах, нахуй я так сел? Блядь, похуй. Ой, сука. О! Нахуй. Ты чё, сука? Так, блядь. Ага. Пешка ебучая. Какие интеллектуальные игры, ёбаный. Как, я тебя вообще не понимаю. Хули, ничего не могу сделать. Я даун или что? Вот. Поэтому все пизда. А,
Ты решил даже так. Понятно. Блядь, я долбоёб. Можно ход отменить? Можно нахуй идти. Ну это не совсем. Шёл вон отсюда. У меня остались свои самые верные ребята. Самые, бля, верные войска. Слышь, у меня уже 10к накапалось. О, слышь, ты, кстати, проебал. Блять, меня... Ты... Сука, нет! Что? Что? Почему я двигаться... А, я выиграл. О, я выиграл. Какого... Я двигаться не могу. Я выиграл, да? У тебя тоже закончился или ты сдался? Нет, закончился. А, я выиграл, я тебе мат послал. Да какого хуя? Чё за говно? Меня пиздит. А, так можно, что ли? Смотри, а как еще можно. С оружием, смотри, как еще можно. Смотри. Братан. А стоять, оскорбление полиции. Можно денег с него фармить. Слышь, а что будет, если я сдохну? Он не может, он возродился. Так, ну где он возродился? Он тут тоже возродился. Слышь, бля, погоди, он нас походу взял, не посадили? Бля, разъеби меня, пожалуйста. Разъеби меня. Три! У меня она даже это, один выстрел просто сделал и все. И где я резнусь на тебя? Мы это... Чё? Ебать, я на этом появился! Где? Я это... на спавне! Неважно. Почему? Погоди! Может, нас сняло с этой хуйни, типа? А, так... Этот был всего 1200, алё. Так-то. Ну да. Мы ж, блядь, просто в шахматы заигрались, блядь, и в итоге... Так. Ладно, нужно чем-то... Выпуск-то закончить. А мне как быть? Поменяй профу. Нам пизда, блять. Ты чё не понял? Я не пойму. Ты чё не понял? Я не пойму. Не, ну я вышел, я сейчас контент пожалуйста. Голосуй, братан. Погоди. Тут нихуя нет, к сожалению, или к счастью. Мы... Ну, блять. Ты какой, сука, даун? Мишель. Хуй соси, я не Мишель, блять. Подпишитесь на канал, так, блядь! Так, ну может паркурщик? Блядь! А, я стал паркурщиком прямо в джайве. Извинения. Дисконнект. Я могу тут... О, блядь, интеллектуальная битва. В Гаррис моде. Всё, ты не в розыске. Радуйся. Радуйся, я сказал, давай! Прыгай, скакай! Во, все.